А ребята, знаете, что такое сила воли? Это вот, когда малыш в дождь просто с папой срывается и говорит: ну ничего, что дождь и холодно. Я хочу с папой, я поеду. Вот она сила воли. Как дела, кукла? Ребята, добрый день. Смотрите, что расскажу и покажу. Сколько у нас прикольных коммерческих автомобилей с пробегом. На самом деле, фрешафта работает не только с легковыми автомобилями, но и с коммерческой техникой и мотоциклами. Это не все знают, поэтому вам специально расскажу. Поэтому, если вам нужен автомобиль с пробегом, коммерческий, относительно хороший, качественный, там, живой, целый, ну, сами все видите, то это на самом деле большая редкость, и купить их непросто. Но у нас это все в большом количестве. Закреплю сейчас вот сюда ссылочку прямо на сайт с разделом коммерческой техники. И надеюсь, тем, кому нужны тачки для работы, для того, чтобы что-то возить, перевозить, и не знает, где купить новый. На самом деле новый купить сложно. Но новый у нас тоже есть. Коммерческие автомобили марки Solus. Поэтому welcome, пользуйтесь и наслаждайтесь. У нас тут утиная кормежка. А что, драки нет еще? Было очень. И там они подрались, то один за одним, потом за другим вообще. Прям борются, да, за еду? Видишь, как место под солнцем везде надо выгрызать. Какой тебе больше всех понравился из них? Мне вот эти вот с зелеными головами селезни нравятся. Селезни. А почему? Они красивые, зеленые. Красивые? Ты их папой называла? Да. Кукла моя. Вот так вот проводим вечер. Подожди. О, дождик, кстати, начался. Что? Пошли в укрытие. А мы будем... Мы поплыли. А утки за нами. Не отстают. Драку устраивают. Ой, красотища, конечно. Просто красотища. Пять причин, почему продавать автомобиль через Fresh выгоднее, чем самому. Межрегиональная разница в ценах. Например, в Краснодаре больше любят белые автомобили, а в Воронеже – китайские. А премиум популярен в Москве. Fresh представлен в 9 регионах.